Форум для предпринимателей, маркетологов и управленцев прошел в Твери. За время делового марафона известные бизнесмены и опытные руководители компании рассказали, как развиваться малому и среднему бизнесу в условиях кризиса. Тему продолжит наш корреспондент. Тенденции бизнеса, кто такой современный клиент? На эти и другие вопросы отвечают спикеры форума. Основное направление – внедрение диджитал-инструментов в работе с потребителями. Это мобильные приложения, современные программы лояльности, оперативный сбор обратной связи от покупателей. Самые востребованные на сегодняшний день два инструмента – это программа лояльности для того, чтобы клиенты всегда возвращались в бизнес. И второе – это оперативный сбор обратной связи, для того, чтобы клиентам, например, было легко оставить обратную связь предпринимателям, чтобы предприниматель всегда понимал, соответствует ли его сервис желаниям клиента. Миссией форума стало создание клиентоориентированного бизнеса. На мероприятии предприниматели обсудили, как завлечь и удержать клиента, как создать ему комфортные условия и как правильно посчитать клиентов. Кроме того, форум – это площадка по налаживанию связей между предпринимателями. Когда знакомишься с людьми, это может быть предприниматель из твоей какой-то ниши. И ты спрашиваешь у него, узнаешь, а что у него работает, а какие он, может быть, фишечки внедрил. И добираешься опыта практического. Либо знакомишься с предпринимателем с другой сферы деятельности, и вы налаживаете какие-то партнерские связи интересные. Также спикеры поделились секретами завлечения современного клиента и рассказали о том, как предпринимателю вести бизнес в ногу со временем. Всего на форуме побывало около 100 предпринимателей со всей Тверской области. Организаторы рассказывают, что подобные встречи проходят в разных городах России на регулярной основе.